Екатерина Алексеевна. Молодец. Можешь быть свободен. Не имею права покинуть пост. Выпей и отправляйся спать. Я сменю тебя на твоем посту. Вы оскорбили меня, сударь. Что ты сказал? Кто ты таков, чтобы оскорбляться? Вождь гарнизонный, плетей захотел! Что здесь происходит? Князь Залесский? Князь? Да-да, я узнал вас. Что вы здесь делаете, князь? Охраняю вас. От кого? Я не видела караула возле других покоев. Или вы приставлены к моей двери, чтобы шпионить за мной? Никак нет, Екатерина Алексеевна. Я лишь обеспечиваю вашу безопасность. Моей безопасности ничего не угрожает. Надеюсь, вы свободны. Ну что ж, Сергей Васильевич, входите. Стыдитесь, князь.